Здесь серьезные объекты интересны, только даже на полукруглое здание. Такой же впереди справа у выхода в открытое море. Это береговые батареи, так называемая консервированная дверь. Во время Крымской войны у каждого из окошек стояла крышка, которая отстрелила вражеские корабли, вошедшие к нам в бухту. Сейчас это сохранено как памятник истории. Сказка прибыла опять, но после пережитой города Крымской войны осталось не перед вами. Кстати, когда делили вход, батареи тоже поделили. Справа Михайловская, это в Украине, там в Морском узле. А у выхода в открытое море Константина связывается с Россией, там находится военная рейдовая. Вот хорошая морская традиция. Долгое время была связана именно здание с российской береговой батареей. 12 часов дня. Полудня опушка производила выстрел, оповещающий перегороды, что сейчас полный. Такая же традиция в Санкт-Петербурге, Петропавловской крепости. А вот в Севастополе эта традиция украсила. По нескольким версиям. Говорили, что якобы Ющенко хотел искоренить российскую традицию, Ющенко уже не стал, до сих пор не будет много. Ну, еще версия, что там все уже поржавело. Самая смешная версия, это то, что жители района Радиогорка с правом на лето на дома жаловали, что детки здесь ставят. Сима нашего города, мы займемся Крамогорком тоже ходили. Сима нашего города памятник задобленным кораблям. Именно задобленным. И никак либо по-другому. В во время Крымской войны были задоблены боевые парусные корабли. Своими мачтами они преобразили вход в устав на французско-берлинской свадьбе. На самом деле было несколько сражений. Сначала было ближе к городу корабли, но шторм разметал, и ужас вот из крыши дороже разметал. Все машинка. В 1905 году был сооружен памятник автора Стрельцовской стороны. Сейчас видите памятник с лицевой стороны, со стороны моря. Там на колонне российский орел расписал крылья гордо смотрит вперед. Держит лавровый венок, это чистый город, яма, памятник заготовлена правда. Впереди села Артемовская область. Во время Крымской стороны были скажи от вот он, центр Севастополя. Смотрите, какой красивый город тут. Построены гимнастические здания. Многие здания других городов построены из нашего строительного материала. Например, здание Арасан Шереметьево в Москве. Некоторые дома Марселя во Франции, Сан-Дрии, Египте, да и не только. Справа выход в открытое море. Прямая дорога на Стамбул, смотрите, до Турции. А наши лодочки тройки. Справа мы с Рустальной, как два памятника. Один из 16 года, что гитара в здании, памятник солдата и матроса. Аквариумы бежевые крылья. Можете посетить наши экскурсии до Москвы, Катран и Муракуни. Которые вам не хотят на море, это твоя. Экскурсия для души. Справа Приморский бульвар, любимое место отдыха жителей, гостей города. Мы видим каменный мостик, что мостик влюбленный. Драконий мостик называется. Если тоже Приморский бульвар, если это не место. Кстати, есть в Астополе такой поверье, если вы будете стоять на мосту и загадаете желание, оно непременно сбудется. Поэтому по выходным, как всегда, можно видеть молодожен. Там же солнечные часы, где вы сможете сверить природное время с вашими часами. Кстати, выход в открытое море, который сейчас уже слева, во время холодной войны, около 90-х годов, там была натянута пруновая сеть, чтобы не могли пройти на мост вражеские подводные лодки до дна. А еще там дежурили специально обученные группы дистанционной дельфины. Они находились прежде, говорится, по сигналу по приближению обычных плавающих. Сейчас уже технологии другого. То есть это памятник заготовленным кораблям. Представляете, да? 25 метров глубина нашей. А сам деревянный этот корабль с мачтой 8 метров на 15 метров, с мачтой торчат, а там торчане французы не зашли. Город все время сделал небольшую отсрочку такую, чтобы подготовиться к нам, потому что движение французов не стояло, находиться по стороне. А еще не так, как это такие корабли, потому что все, что происходит, это 20 или 25 метров. Рад для них, которые одному помнят.
парад на Рахли. Последнее воскресенье июля военные корабли красиво декорированы флажками демонстрируют свои боевые навыки. Вечером в эти дни гулянки, салют, фейерверки, свежие полуборды стрелок, которые справа наблюдают и коллеги. Трибуна на винных ножках была построена за кратчайший срок, всего за 2 недели до приезда к нам в Севастополь. Кстати, с Нальмина на данный посвящался вам. Город он идущий, потому что у нас здесь учился его сын Василий в нашем военном качестве умеренном училище, был отличный мужчина. С этой трибуны в свое время Путин и Кучма, два президента, принимали совместно украинско-российский парад корабля. Это были зрелищные. Юга сплочает один славянский культуры, изучен традиции. В прошлом летом тоже был украинско-российский парад кораблей. Положилась российская подводная лодка отсутствовала на погоде. Парад кораблей открывала украинское Запорожье подводная лодка. Наконец-то там решили дела с аккумулятором, как какие-то были махинации. Я не видела, как ужилась она или нет, но тоже не случилось. Во время Крымской войны, кроме береговой патрули, за 12 было еще 8 оборонительных эскадронов. Они занимали господствующие в сути города. 8-й самоглавный номер не имел, назывался он Малахов Курган. Возглавили тогда самобытные войска на расследный ранен-один, Корнилов, Стопник. На Малаховом Кургане они получили свои смертельные ранения. Вон он, впереди слева, почти на Костике. Там выбрали Курган, Сиракон, Кутылик, Малахов Курган, Фанузин. После того, как Франция именно это главная граница на Госпоже, не целесообразно было защищать Севастополь. Из этого закута стрелялось любое место было, и тогда ночью, подведенному контурному мосту, оставшимся через жителей защитницы города, перешли с южной стороны, которая справа от нас, противоположную северную сторону, которая позади нас, после чего мозг выразили, мы встречаем сроки справа, вы видите, пристроечки, 2 пушечных ядра. Очевидец событий Лев Николаевич Толстой из Севастопольских рассказов очень подробно написал, как люди со слезами на глазах достигали. Вот видите, свобода изображена Ханаана на картине Божьей Матери. Но мы подходим к зданию, которое напоминает нам корабль. Тут это корабль, как шлаковался берег. Мачты, иллюминаторы, палуба. Господин Эдельевич нам рассказал. Здесь проходят соревнования по разным видам силы. Потом наша прогулка по бокам подошла к нам. Мы благодарим вас за внимание, желаем прекрасного дальнейшего отдыха. Единственное, вам до полной швартовки оставайтесь на своих местах. Вещи не забывайте. Слушайте, как раз говорили капитан Константин экскурсоводу, как красиво. Спасибо.